всем еще раз привет. Сейчас решил я пойти купить фруктов Анюте. Так сказать, она сейчас с работы придет. Накроем ей небольшой фруктовый стол. Ну там что, апельсинки, яблоки. Так возьмем чуть-чуть, чтобы она пришла с работки и перекусила. Что-нибудь надо все равно. А то поесть нечего, пирогов нету. Все съели. Вот, сделаю ей фруктовый стол небольшой. Сейчас смотрим далее. Идем за, правильно, фруктами. Спускаемся по лестнице. Будем спускаться. Вот. Все. Туман вон стоит из тут. Там. Идем в наш магнит. Все так смотрит. Тетя, конечно, напугалась там. Дождик капает у нас. Как я и говорил. То снег, то дождь. Сейчас дождь все прокапает у нас. Ну и будет слякать. Что могу сказать? Какой-то едой горел и воняет. Пиздец. Ну что, так вкратце, суббота. Я вот уже сходил в магазин, купил, как вы видели, там все для пирожков в предыдущем видео. В этом и вот еще раз сходил, решил купить фруктов. Вот 6 бутылок авокадо, мандарины, вроде как отходят, не знаю, сладкие нет, 4 яблочка, пару груш, один свитти, бананчики, семена, авокадо, семена это семечки, значит, потом пасту вот такую, Lucky Days, что-то делать. Кириешечки, картошка и рифленый сметана лук, не знаю, что-то захотел. Так, сигареты не в счет, курение вредит вашему здоровью, алкашка тоже. Все, сходил в магазин, сейчас буду запускать стрим, постримлю, посижу, пивка попью, пока Анютки у нас нету, посижу, пивка попью я сам в гордом одиночестве, ну может с вами, и все, а там дальше что-нибудь подснимем. Поснимаем. Ну вот так вот. Все. Удачи. Вот сейчас Анютка придет. Прям со мной столько человек разговаривает. Я не знаю, сижу сейчас на стриме. Бомба просто. Он один за одним просто пишет. Вообще никто. Сейчас покажу, у нас снег пошел. Видно по-любому, наверное. От фонарей-то видно. Снежок. Ведь все подтаивает он. И снег идет. Нужен бы он был бы нам. Вот так вот. Вот. Мешок вот тут вот валяется. Вот так вот, чтобы здесь стоять можно было полный рост, а то на колени присядешь и все, и пиздец. Вот он. Сейчас Анюта скоро придет, и он писал эту кусту на стриме.
Это будет мой домашний влог вам. Интересно, неинтересно, не знаю, но все равно. Выходят люди еще. Небо вон светит. У нас вон там, кстати, вон там. 20-30 километров отсюда факела. Газ факельный. Так вот, нормально. Нормальная такая осень. Самим нравится аж прям. Ладно, что, включимся. Анютка придет, включимся. Все равно включусь. Так да так. Что, хоть что-нибудь поснимаю вам, да? А то и так что-то видео выходит очень редко. Сейчас будем снимать хоть что-нибудь. Все. Удачи вам, ребят. И когда приходите на стрим, пишите почаще. Вот так вот у меня идет стрим. Вот так вот. Вот так вот и все. Никто не пишет. Все, всем пока. Здравствуйте. Анюта пришла. Привет. Зовет меня купить фарш, чтобы сделать пельмени. Будем стряпать пельмени, покажем, да? Или не покажем? Ну, все, мам. Так ты хочешь и делаешь? А что нет-то? Тесто быстренько наведем, да сделаем. Женские-то модные. Зато мы перевод наделал. Задумался. Это любилось просто. Она, короче, то шиворот на выворот, то задумался. Главное, что трусы не наизнанку, понимаешь, все остальное ерунда. Мне ж стыдно стало, не покраснело. Покраснело. Че, пойдем мы или что? Или не пойдем будем уже? Пойдем, сходим за фаршем, нахерачим пельмени. Там же быстро на пельменнице же это. Че это? Пельменницы. Сделал много-много. Да, много-много это нам на два раза. Максимум. Почему на два раза? Постоянно же так много-много. Куда нам? Зачем нам много-много? Нам надо чуть-чуть. Ну как, домашние вкусные же пельмени. Сметанки возьму. Да? Ну ты не хочешь жить, и ты вот фрукты поешь, да и все вот эти вот. Как не хочу? Кот. А ты что? Не хочешь? Я могу селедки поесть, как вариант. Бутылка водки и хвост селедки. Без водки. Нет, я тоже тебе захотела пельмени. Ну, стемно так уже. Очень. Стоишь, орхидея, как долго, да, цветет? Сейчас еще по лесу идти страшно. Слышишь? Орхидея цветет прикольно. Цветет. Долго уже, считаю, да? Очень. Месяц, наверное. Два. Шесть. Мне еще эта подружка лучшая. Белую даст орхидею. Ладно, включимся. Передумали идти за фаршем. Идем за чем-нибудь в магнит. Пока еще неизвестно. А у тебя ключи есть? Да. Закрывай. На. Я свет тебе включу. Оп. Светик, семицветик. Что-нибудь будем такое. Лесопедка наша. Мощная стоит. Ой. Дурь. Макс, садись. Ну, ключ. Ну что? Смотри. Когда налепила пельмени, решила спрятать их от кота. Нет, видишь, это хорошо. Съела. Свет, кстати, сделали. Теперь у нас хорошее освещение. Новая лампа, блядь, зарежу. Огонь. Я маску забыл. И я. Вернемся. Давай. А, там есть же эти одноразовые. Сделаем одноразовые. На входе. Идем. Нихуя не понравилось.
Я еще хотел же йогурт взять. По эти, как они называются, по 40. О, там есть. Большие? Да. Но я что-то тупанул, не взял нихуя. Я жрать хочу, пиздец, на гора. Очень. Вы видели, как они на нас смотрели. Теперь мы на улице. Снежок. А на магнит придем, кичусь. Теперь я могу в магните поснимать. Тихушку. Неприятно. Потому что Анюта будет ходить, все ложить, а я могу снимать. Класть. Возьмем йогурты. Да так. Картошки еще сетку. И все. Магнит. Хаск. А это этот, который ждет, пока маски делает. Этот как он? Все, горлышком такое, все пошли. Что ли делать? Домой же идти. Памперсы снять. Вот только черный хлеб нам пойдет. Только черный хлеб нам пойдет. Пойдем. Так. Что-то я хочу. Дружбу можно взять. Точка 3. 4. 3 хватит. 3 дружбы. Сейчас корзину возьмем. Вот же еда. Что-то пялится-то. Что? На шарлотку испекла, лорка, лорка. Надо было ехать к ней, да и все. Сты, кардиограмма на яблоке. Угу. Так надо было ехать к ней на шарлотку. На такси туда-обратно. О, хороший. Угу. Дым-дымыч, ну давай возьмем, пусть будет. Акции. Вот, можно жрать что. Вот это вот хуйнюшка. Сало? Нет, ноги. Я их не хочу. Что это? Сало. Оно не внушает оно таких доверий. 800 рублей. Что тут? Ничего нет. Я к нам себе дружбу взял. Хороший сыр, мне нравится дружба с сырок. Вот эти же? Да. Вишня, черешня? Да. По одному или по два? Можно по два. Чак огонь. Скоро снимает, ушел. Мираторг и когда нет. Нет, нету их. Все съели уже. Вот это вот не берите мой свет. Она воняет, пиздец. Ну не всегда. Не всегда, но пиздец. Тухлая попадается, ебать, сколько раз я попадался на эту хуйню.
Где вот тут печенье? Я его теперь даже не вспомнила. Какое? Да вот помнишь, которое тогда хотела взять, ты меня отговорил. Нифига на тебе надо. Что за печенье? Какие-то звездочки, не звездочки, типа курабье. Я не помню. Это вот я сегодня брал. Прихожу тут как у себя дома. Там есть две булочки от бургера, можно было сделать, по идее. Наггетсы у нас в печи есть. Где? 69. Вон он, вязанка. Мы же их сейчас не хотим, мы сейчас что хотим есть? Я могу еще этот рисовые шарики тебе сделать. Помнишь, который дома-то это я? Да, не. Заготовку делала. Заготовка. Сердечки я взял только на развес. Мы вообще пришли за картошку, нам еще надо. Йогурт и колбаса. Картошка. Да. О, большую. Сетку надо взять. Давай вот эту. На вот эту корзинку я понесу сетку руками. Сметану и творог возьмем и все. Сметану и творог? Да. Какой творог? Там Простоквашино сметана есть. Угу. И творог тут где-то тоже есть. Не знаю какой. Ладно, вот. Включим все попозже. Это мало. Сколько там грамм? Ну, 220. И тут 200 грамм тоже. А вот 90. Сколько? 350. 350. Что, такое возьми? Давай. Садись. Ой, смотри эти. Ага. Тебе? Творог есть. Ничего нет. Что, все? Или еще чего-то возьмем? Ну, возьмем какой-нибудь этого, железный, железный. У нас есть дом. А, этот подлепиха? Конечно. И фрукты, и все вот это. Да. Все. А что мы? По 400-370. Все с яблоком. Очередная закупка на сегодняшний день. Сейчас покажу, что купили. Сметана. Простоквашино. Сырок. Дружба. Только что вам показывал. Йогурт. Мама. Я поликома накормил. А, я поел и кота накормил. Мама, я в тренде. Потом он с кусочками, прикольный йогурт. Мама, я поликома накормил. Вот я читаю, блядь. Поел и накормил. И это мама, я поел и накормил. Еще один. Дружба. Еще дружба. Творог. Творог.
сок бомбовский. Вообще сок просто бомба. Колбаса. Дым Дымыч. Хороший сервелат. Кока-кола по 23 рубля. Моя цена. Хороший. Ну и два скрипыша. Вот, цена. Цена вопроса. 843 рубля. Два скрипыша дали. Сегодня за 500. Ровно за 500. Мне давали два скрипыша. А тут за 843. Это потому что я с Анютой был. Вот так вот. Итак, я продолжаю что? Я морда не вышла, пить. Что ли? Не знаю, почему так. Пить пивко, как алкоголик. Написай, пожалуйста, чайник. Сейчас поставлю чайник. И что? А я пойду это. Это вечно голодный. Ладно, ставлю чайник и приступаем к еде. Что-нибудь поснимаем еще. Вам. Творог уже намешала с бананом. Хорошо, мандаринка. Да, мандаринка. Ты попробовала бы, может, она... Кислая? Кислая. Ну что? Да. Сейчас будем вот это есть. Йогуртом в прикуску. Этот какой-то надутый. Этот нет. Ну, это так. Пары есть. Зато в тренде, видишь? Мама, я да, в тренде. Да. Или это я буду есть. А ты будешь... Я поел. И кота накормил. Ну, я накормила же кота. Да. Кот вон ест. Сейчас будет кидать. А что не полные куски? Ну кидай, кидай. Хочешь делай. Сейчас мы с ней возьмем ложки. И так сказать это. Спасибо. Вот интересно, манго вкусный. Мягкий. Он мягенький, но не сильный. Грушу взял тебе еще парочку. Может, ты грушу туда тоже порезать? И режь, если хочешь. Давай, ты помоешь ее? Тут все фрукты помыты, если еще. Конечно, все на тарелке. Вообще, что за сервис сегодня? Идеал. Что за сервис? Идеальный. Вообще. Угу. Натуральный блондин. Вкусняшка. Ты что, без косточек поговорил? Кто выбирал-то я? Без костей. Сейчас будем это все употреблять. Ладно, сделаю, сниму, покажу вам, как получилось, что. Смотрите, да? Угу. Ну вот. Вот же я тебе большую ложку дал, на. Зачем? Так это есть. Все. Такое у нас время, у нас 21:10. Мороженое-фруктовый салат. Да, диетически называется. Плюс потом йогурты. Она там еще кофе будет пить. Что, все? Употребляем? Все, да. Пробуем. Пробуем. Я попробую с вами. Да, но я бы... Без фруктов ел, по идее. Ладно, все, приятного аппетита. Давай. Ну, это что, вкусно? Думаешь? Уверен. Можно чипсов добавить. Я приступаю к соку натуральному и вот такой пирог один вчера готовил с мясом. Кусочек есть. А на йогурт. Мы, короче, ненасытные. Пиздец. Жрать хочу, я не могу. Не знаю, что хочу, но я уже говорил, вроде фрукты я не очень вот, жрать хочу. Пирог это, потом еще что-нибудь поем. Давай я потушу перцы. Не надо, все. Так вон быстренько. Пойдем в дом. Ну и все, мы объелись, короче. Она уехала в магазин. Легли спать, смотрим все, видос. Вот кепочку крутая, вот всем спокойной ночи. Вот, сладких снов.